Ну вот посмотрите, что у меня получается. Я здесь подвернула край и пришила липучку колючей стороной. И теперь я располагаю, это будет у меня карман. Сюда, конечно, можно вшить молнию, но я решила сделать липучку. Делаю пометочку. И вот сюда я пришиваю липучку. И потом, когда я все это вместе соединю, здесь я сделаю подворот. И сделаю строчку. Боковые срезы я не трогаю. Они у меня пойдут в шов. Теперь беру я свою заготовочку, складываю ее пополам, выравниваю. Делаю вот здесь пометочку. Это будет у меня центр. Это у меня трикотаж. Он отличный. Не ползет и не пускает стрелки. Длина его 1,5 метра. И высота 21 сантиметр. И теперь я вот здесь посередине. Вот так, ну вот так примерно возьму и вырежу. Также на трикотаже делаю пометки. Это будет у меня центр. И теперь я беру свою заготовочку и вот этой вот широкой стороной я пришиваю. Опять же, смотрите, пришиваем мы, центр совмещаем и идем с середины. Идем в одну сторону и с середины идем в другую сторону. А задняя стенка у меня абсолютно простая, без карманов. Также делаю я пометки. И также совмещаю и прошиваю, также начиная с серединки. И погнали по кругу. Получился у нас вот такой своеобразный мешок. И теперь я просто вот эту часть немножечко закругляю. Все. И теперь мы с вами на оверлоке проходим все края. Я прошлась оверлоком край. Здесь у меня кромка, я обметывать не стала. Смотрите, и теперь мы можем с вами вот так вот подвернуть один или два раза и прошить по кругу. Мы с вами шьем чехол на чемодан. Но если мы здесь что-то не пришьем, не зафиксируем, вдруг он слетит. И смотрите, я сделаю резинку, пришью на одну сторону и на другую. Вот. Во-первых, резинка тянется, вы запросто можете натянуть чехол беспрепятственно. И что хочу сказать вот по поводу этих вставок. Почему я сделала боковые вставки? Потому что все чемоданы располагают, есть дополнительная молния, вы можете увеличить свой багаж. И так как этот трикотаж, он хорошо тянется, и он в любом положении будет сидеть отлично. Вот эти вот закругления я сделала на ту сторону, где у нас колеса с вами, чтобы чехол не пачкался, и вы могли спокойно вести чемодан, у вас ткань никакая не будет мешаться. Вот работа готова. Вот такой у нас чехол получился. Простенький, но интересный. На боковую ручку я разрезала просто ткань, не обметывала, отверстия не вырезала. Вот так выглядит у нас низ. Резинка за колесики не цепляется. Ну а вот так выглядит у нас сверх. Мне пришлось сделать перегородку, потому что очень большое было отверстие. Посмотрите. Чехол кажется слегка большой, потому что чемодан-то у меня еще пустой. Только сейчас пойду вещи собирать.